Двор одного из домов села Козловка Книжпогодского района превратился в галерею под открытым небом. Там выставили свои работы участники пленэра «Клюква». 15 художников собрались вместе, чтобы погрузиться в атмосферу коми-деревни и творить без всяких рамок. Что из этого вышло, увидел Виктор Прокушев. Привычные стены галереи сменились на обычную деревянную стену. Как говорят сами художники, картины здесь дышат. Камила Куек проделала долгий путь из Польши и не пожалела. Для нее пленэр, клюква – что-то совершенно новое. Она городской художник, и выезд в деревню принес ей массу впечатлений. Я выросла в городе, и в городе у меня мастерская. Но есть, думаю, люди, которые очень хорошо в деревнях. И они чувствуют, как в реке, река, как я на море взрастала. И здесь, как бы, если есть река, она примерно... Это деревня, это очень мне устраивает. Москвич Игорь Попов свои работы называет стихами. Фотопоэт стремится внести что-то новое в искусство застывшего кадра. Современный человек, у тебя современный, ну как бы ты подаешь такие места, ты, у тебя другие мысли там какие-то уже должны появляться. Ну вот, соответственно, есть какой-то набор просто образов, формальных там и каких-то из реальности. Ну, в общем, и вот я делаю какой-то набор образов там в этом месте. Ну, как стихотворение такое, эссе. Жители Козловки таких неординарных гостей встретили радушно. Это оставило отпечаток в картинах. Хозяева очень гостеприимные люди. Как-то вот ассоциируется у меня вот это все с такой открытой калиткой, которая зовет всех, приглашает гостя. Вечером, когда все собираются за столом, каждый делится впечатлениями. По мнению участников, пленэр подскажет идеи на целый год. Многие хотели вернуться сюда следующим летом. Виктор Прокушев, Кирилл Шучалин, телеканал «Юрган», Книжпогодский район.